Барса нет приема у этой Сарагосы. Хорошая двоечка. Вроде бы все элегантно, легко и просто, да? А пойди исполню. Сколько времени было у Телли, чтобы вот так присмотреться, где вратарь, перехитрить его и отправить мяч в ближний угол. А Роберт стал заваливаться на левый бочок, рассчитывая, что Тельо пробьет в дальний. Хитро. Хитро. И уже преимущество Барселоны — два мяча. Если выйдет Педро Родригес, автор того самого гола, который вывел Барселону в полуфинал Лиги Чемпионов, то у нас такое интересное противостояние Родригеса, если у него будет, Родригесов. Виктор против Педро. Еще Тимура не хватает. Была бы настоящая футбольная семья. Хосе Мануэль Фернандес, Апонио, Кристиано Ромарик, Эду Ариоль. Тоже барселоновский. Но в резерве Рубен Рачина и Хорхе Орти. Запас арагонцев. Еще одна атака Барселоны. Гонсалес. Дает мяч на угловой. 5 минут до перерыва, уже чуть меньше. Сарагоса вообще...